Перед вами купальный топ, который создан на основе чашки с боковым подкроем. Здесь атласные эластичные ленты – это декоративный элемент. Мы с вами будем рассматривать эту чашку с точки зрения конструкции и на какую грудь ее можно подбирать. И что обязательно необходимо учитывать. Так, если мы опустим ленты, то вам крой чашечки станет хорошо виден, и вы увидите вот этот и боковой элемент, который работает на направление внешней полноты ближе к центру, для того, чтобы сформировать красивую круглую форму и визуально собрать грудь, сделать женщину стройнее. При этом на уменьшение она не будет работать, она будет работать именно на корректировку формы груди. Чашечка у нас здесь достаточно стабильная, внутри она продублирована сеткой, поэтому можно не переживать, что если купальник намокнет, да, если это будет большая грудь, что она потеряет свою форму и будет выглядеть опущенной. Нет, этого не случится. Здесь все продумано, и это большой плюс для бренда. Кости здесь мягкие, эластичные, будут хорошо рассаживаться по ребрам. Это тоже немаловажный фактор. Работать с этим купальником можно на среднюю и на большую полноту. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, это на удаленность груди друг от друга. Если у вас девушка будет с близко посаженной грудью, то есть вероятность, что купальник ей не подойдет, поскольку здесь каркас исходит не из одной точки, да, вот в межгрудном треугольнике, а здесь все-таки есть расстояние. Но оно здесь размером свой мизинец, что дает все-таки такое существенное расстояние. Обращайте на это внимание. Это может быть фактором, по которым топ, например, девушке может не понравиться. Но при этом, если женщина будет с далеко посаженной грудью, то он сядет ей очень хорошо, он сблизит грудь все равно, да, ближе к центру, и визуально грудь будет выглядеть аккуратной, она вся поместится в чашку, косточки сядут правильно под субмамарную складку груди, и будет ощущение, что этот купальник шит специально под нее. Здесь декоративные элементы вы можете регулировать самостоятельно, натяжение можно тоже регулировать самостоятельно, они очень комфортные, классные, такие тактильные, прекрасно сочетается с купальником, если вы подберете сюда еще и плавки. И что отдельно хочу сказать по плавкам бренда. Мне очень нравится, что у бренда нет строгой комплектности верха и низа, например, купальником. И можно подобрать с учетом размера груди, да, и с учетом объема бедер, и не переживать, что, например, у вас купальник будут отказываться покупать, потому что вы не даете разбить комплектность. У бренда широкий вариант моделей по трусикам, поэтому здесь каждая девушка сможет подобрать себе именно ту модель, которая ей больше нравится, и классические слипы, или кто-то хочет более открытые модели танго. Все это у бренда есть, и это большой плюс, особенно если вы работаете как профессиональный салон брафитинга. Здесь пояс у нас точно также скроен с бретелью по перпендикулярному креплению, то есть бретельчиком пришита к поясу. Пояс точно так же двойной, стабильный, не будет растягиваться от воды, да, будет хорошо и долго служить, и не один сезон. Бретель регулируется посередине, поэтому если девушка у вас будет высокого роста, обращайте внимание, как на нее будут садиться бретельки, да, давление обязательно регулируйте и контролируйте, и ей тоже обязательно говорите о том, чтобы она проверяла фиксацию бретелей каждый раз, когда она надевает купальный лиф. Ну, мы вот здесь вот таким образом спрятали хвостики от ленточек. Вы можете это делать как угодно. Кто-то там предлагал цеплять за бретели. Здесь на самом деле все будет зависеть от вашей фантазии, как вам больше это понравится. Мне кажется, что вот так это будет больше эстетично, для того, чтобы не было разделения и лишних полосок на теле, да, поскольку мы все-таки предполагаем нахождение на пляже, что вы будете загорать, так чтобы загар у вас был равномерным и не было лишних полос на теле.